было, конечно, очень больно. Аленушка, ты наша, да. Господи, я не могу представить, сколько у него во рту шерсти. Да что еще девушка скажет? Багира, не трогай цветок. Так, ну что, тут уже более-менее похоже на осень. Правда... В смысле более? Ну вот на пол, если смотреть. Просто деревья только-только вот тут. Клен наш начал желтеть. Берёза самая первая, как я поняла. Желтеет. Так, Стас, Стафи уже, смотрите, как далеко ушли. А мы тут все с Эдди болтаемся. Манюня, давай догоняй. Молодец какой. Я уже домой хочу. Вообще все мокрые. И холодно. Без перчаточек. Ой, какие лужи. Сэдди. Ой, Тафи прям по луже пошел. Тафи, кстати, любитель вот так вот. Найти какую-нибудь лужу и в ней пойти. Так, ну что, у Сэдки совсем скоро день рождения. Я, знаете, что думаю? Я хочу его помыть. Кстати, хочу попробовать новый шампунь. Но мы еще ни разу не пользовались. Я вам показывала в обзоре от Wonderlab, когда я убирала квартиру. Там еще были шампуни для собачек и кошечек. Вот как раз сегодня используем наш новый шампунь. Помимо всего прочего, я еще буду пробовать сегодня данный костюмчик. Нам прислали его на обзор в Instagram. Сегодня хочу пробовать и заодно решила на YouTube тоже выложить, показать. Очень похоже на комбинезон. Это действительно комбинезон. Мы его надеваем на собаку и сушим с помощью фена. Чуть более подробно покажу и расскажу уже, когда мы будем использовать. Вообще мы, как вы знаете, в последнее время используем фен-компрессор. Он достаточно дорогой. Вот наша модель, она стоит где-то 20-22 тысячи. Нам его также прислали на обзор. Он очень классный, мощный. Я вот не раз его показывала. Единственное, что им лучше всего, конечно, сушить на улице, потому что иначе, когда я сушила первый раз дома Тафи этим феном-компрессором, у нас вся шерсть взлетала. Здесь как раз-таки фишка в том, что шерсть остается в этом коконе, в этом комбинезоне и, конечно же, цена. Это такая альтернатива, которую мы сейчас будем пробовать, потому что если фен-компрессор действительно стоит больших денег, но он реально хорошо, классно работает, плюс благодаря ему еще становится меньше шерсти на собаке, если правильно им сушить, ну, единственное, что шерсть остается, естественно, в доме либо на улице, то данный агрегат стоит значительно дешевле, по-моему, около 1500 рублей на Wildberries. А сейчас мы его будем тогда опробовать. Так, Сэдька, я даже принесла штатив. Сэдди, как почувствовал? Я их сегодня уже почесала с утра. Маня, пора купаться. Кстати, вот у нас подоконнички, правда, мы еще не закрепили. Это будет все чуть позже. Пойдем купаться. Купаться пойдем. Пойдем, мой сладкий. Так, Анька, мы тебя чуть попозже. Мамке сил хватит пока только на одно купание. Так, заходим купаться. Мы достанем нашу шампуньку. Где у нас шампунь-то?
Вот таким шампунем мы сейчас будем мыть Сетьку. Эко-шампунь для мытья собак. Напомню, что вся продукция сделана из овощей и фруктов. Их можно использовать смело в септиках. Вообще, я правда настолько довольна всей продукцией, что если посмотреть в мои запасы, я еще заказала дополнительные средства, новые, которые вот как раз-таки я не пробовала. Но в основном я заказывала именно для уборки кухни, санузла, для зеркал. В общем, чистота, порядок в доме. Так, а Сетька куда-то сбежал. Сэдди! Пока подготовлю тут все. Шампунь, чистое полотешко, чтобы выжать его. Настроим пока водичку. Кстати, на днях меня наша ванная, душевая чуть не убила. Захожу мыться и только включаю душ, и как чувствую, мне на ногу падает просто какое-то невероятное количество шампуня. На вот этой полке стояли вот эти вот шампуньки, бутылечки, и оторвалась вот эта штука. Так что надо ее снять, чтобы она до конца не отвалилась. Было, конечно, очень больно и неожиданно. Слава богу, что она не оторвалась и не упала мне на ногу. И вообще тут не было все в осколках. Ну что, Сетька, давай приступаем к мытью. Так, смотрите, как у нас Сетька спокойно стоит. Любитель купаться, да? Ай, Светька. А куда ты опять забился? Только похвалила тебя, что ты никуда не уходишь, манюня. Ладно, все, мне нужна вторая рука. Ну что? Посмотрите на эту мордочку мокрую, с легким паром, Сэдечка. Очень все хорошо вел. Надеюсь, что уже в конце опять начал туда забиваться. Не очень удобно, зато максимум как открывается. Я тут, смотрите, у меня уже все мокрое, потому что я вот так вот нагибалась. Ну ничего, все, вытирается. Сейчас я его вот так вот жду, когда немножко сама вода стечет. Так вот отжимаю ему чуть-чуть лапки. Уже второй раз отжимаю. Ой, молодечек. Ну, в общем, пузико тоже, где там шерсть. И все, сейчас я уже буду его доставать. Здесь я его вытру полотенчиком. И уже будем приступать к сушке. Кстати, ждать. А ты что? Манюня, ты как? Банник ты мой. Посмотри на меня. Ой, господи, Аленушка. Аленушка ты наша, да. Полотенце просто насквозь мокрое. Просто насквозь. Подождем еще пару минуточек. Ну, пусть минут 10 так походит. И будем пробовать новый ингредиент. Да, Сэдди? Что ты с губой? Такой, мы ж не надо, мамулька. Я сам быстро ходил. Ты что? Ты не бойся, Сэдди. Так, заходи. Смотри, какой Сэдди чистый. Даже не обращаешь внимания, ты обидишься, что тебя не помыли, Стафонька. Ну, помоем в следующий раз. Господи, столько шерсти, я просто ужас. Я его вроде бы чесывала, вроде уже по максимуму. Ой, Сетька, отойди от моих чистых полотенец, а то все шерсть сейчас туда прилипнет. Тафи, я что, Сетьку плохо помыла? Или ты его высушиваешь? Тафи, кстати, всегда так делает. Че, мой зайчик, господи. Какой ответственный манюня. Ну что же, пляшки красивые. Тафи, сколько можно? Я уже устала ждать. Когда мне можно Сетьку забирать? Я уже сам устал. Сади, ты так спокойно не сидишь, когда я тебя вычесываю. Тебе нравится, да? Дядя Тафи такой хороший. Да, молодечек. Сидичка. Ну все, давай, достаем костюм. Да, Манюня уже устал. Тафи, видимо, насмотрелся на котов. Решил, что он поможет Сетьке. Я просто жду, когда он устанет. Вот честно, я уже сижу, я не знаю, сколько минут. Мне кажется, минут 10. Он так сидит, уже его вылизывает. Господи, я не могу представить, сколько у него во рту шерсти. Тафи, мне просто страшно. Манюня, как дела? Нормально? Нормально? Нормально. Помните этот мем с рыбаком? Вот, Сэдди, ты точно мем из рыбака?
нравится, подожди. Вот ты по 10-му кругу, да, лапа решил вылезать с этики? Вообще, сидит спокойно. Да, не сидит, а даже лежит. Да? Хороший Федя. Естественно, не горячий воздух, на всякий случай. Так, ну что, я сняла агрегат. Получается, 15 минут я засекала. Слушайте, вообще не боится. Очень спокойно все сетика вел. Шерсть действительно не разлетается. Она вся тут остается. Ой, Анюня, ты что, там заснул, что ли? Давай лапку. Давай, умничка. Единственное, что сейчас, конечно же, его надо будет расчесать. Ой, сейчас я его расчешу. Куда стой ты, господи? Сейчас я его расчешу, чтобы он был симпатичным. А это мы сейчас будем вытряхивать. Вы знаете, что делает Стас? Я вот сама не знаю. В этом видео. В общем, Стас разобрал роутер. Купил отдельную вот этот вот ящик для того, чтобы можно было его установить на улице. Правильно я понимаю? Да. Пытаемся разместить роутер. Вот эту плату ты хочешь вот здесь разместить. Да. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Да, я вот помогаю. Я деру фонарик. Дай, пожалуйста, синюю коробку. Аккуратнее там люди. Могут. Да знаю. На стол ставить? Угу. Опа. Опа. Так, сейчас мы проверим, что там у нас. Какие штучки, брючки. Угу. Угу. Много разных. Так, Тафи. Ё-моё, огромный солнечный зайчик. Да. Вот, я пускаю огромного солнечного зайчика. Манюня, вы готовы гулять идти? Гулять пойдем? Дедушка. Да, передай дедушке привет. Как дедушке привет передаешь? Угу. А что еще дедушка скажет? Уф. Не поняла, что, но что-то очень интересное ты ему явно сказал. А еще что скажешь? Понятно. Ушел. Ушел. Так, кот на месте. Смотрит. Не далее. Красотка просто сидит. Не мой сладкий. Гулять-то пойдем? Пойдем? Сейчас-то закончит. Или мы сейчас пойдем? Вот нам уже Алиса сказала. У нас стоит теперь таймер, что Алиса нам говорит. 9:30, пора гулять жопошниками. Не помню, рассказывала или нет. Мы по приколу записали, пора гулять жопошниками. А она говорит, пора гулять жопошниками. Это так мило. Ну, по старой схеме. Чтобы, короче, Багира понюхала хвост Тафи. А Тафи хочет понюхать хвост Багиры. Ну, это наше предположение. Мы их так, в принципе, и знакомили. Когда, кстати, Стас поднимает Тафи к Багире, ну, он, естественно, этот момент контролирует, Тафи, смотрите, он старается даже не смотреть, что происходит. Вот если его носом повернуть, смотрите, он не смотрит. Он такой, типа, я не смотрю. Ну, вот сейчас вот будет отворачиваться. Такой, не-не-не-не-не. Уже интерес пропал, я уже не хочу смотреть. Не хочешь смотреть? Не хочешь? А вот сейчас, смотрите, мы опускаем. И Тафи сразу такой раз, и на диван. Да, такой, типа, все, отсюда мне не страшно смотреть. Багира, оставь цветки.
Ай, по ногам, как по асфальту. Тафи. Багир, не трогай цветок. Моя просьба была выполнена в сию минуту просто. Багира, бессовестная. Не пострадал цветочек, котик? Я залипла на 4 дачи.